ищешь годами свое счастье, а оказывается где-то по боку было, по соседству. В общем, так вот и музыкальная история, которую нам только что поведали музыканты группы «Сила».
Ответьте спонтанно, а почему бы и нет? Песня на тему загадок, наверное, проекта 1442. Ну а вскоре послушаем группу Space, Владимира Красникова и Джуфа. Подаем Яндекс.Карт по Трудиной улице от проспекта Народного ополчения до проспекта Скачек. Проезд займет примерно 36 минут. По улице Маршалка Закона, от улицы Путина до проспекта Маршалка Закона. Привет! Thank you.
Но это уже другая сторона. Что здесь тоже частично порог, как видим. Не то, что частично, а прилагая еще круг. Часть порога будем менять. Ну, естественно, арка то же самое, та же история. Так же, как наружно, так и внутреннюю арочку. Все по накатанной.